Фигурное вождение велосипеда – один из этапов всероссийского конкурса «Безопасное колесо 2017». Главная задача – пройти, а точнее, проехать полосу препятствий, набрав наименьшее количество штрафных баллов. Именно эта площадка, заверяют участники, вызвала у них определенные сложности. Наверное, тяжелее всего – это фигурное вождение, поскольку проходишь всякие препятствия различные. А легче, по мне, это ОБТД, там… Командная работа, находить нарушителей и там безопасный путь домой и все. Ловко отманеврировав в импровизированном дорожном городке, участники перемещаются в Дворец творчества детей и молодежи. Здесь проходит творческий этап конкурсной программы. В 2017 году тема заданий – безопасные дороги детям. Это проявление детского творчества, креатива, артистичности. В общем, самый, на мой взгляд, красивый, самый интересный, самый яркий конкурс. Но он самый тематичный, потому что через представление со сцены команда детей должна завести зал, должна дать им познание правил дорожного движения, должна увлечь, вдохновить и так далее. Каждая команда подготовила творческий номер, продолжительность которого не должна превышать 3 минут. Победителей на этой площадке отбирает строгое, но справедливое жюри. Участники удивляют судейскую бригаду разнообразными задумками. Желтый, подождите! А зеленый лучше свет, не спеша идите! Еще один очень важный факт, без которого на дороге никак. Чтобы жизнь спасти от опасности, пристегни ремень безопасности! Юные инспекторы движения борются не только за победу. Уже со школьной скамьи участники всероссийского конкурса понимают, что знать и соблюдать правила дорожного движения жизненно необходимо. Просто вот велосипед я как бы люблю, и вот это все связано с правилами дорожного движения, с медициной. Это же в будущем все пригодится. До оглашения итогов всероссийского конкурса «Безопасное колесо 2017» остается всего несколько дней. Впереди еще несколько площадок, на которых каждая команда продолжит бороться за главный приз – представить Россию на Европейском образовательном конкурсе по безопасности дорожного движения. Артем Петров, Олег Тоньшин, репортер 73.